Привет, любимые! Сколько раз вы оставались дома и вам нечего было кушать? Сегодня я вам покажу, как сделать пиццу. Это наш звонок, но мы не будем на него обращать внимание. Сегодня я покажу вам, как приготовить пиццу из того, что есть дома. Единственная вещь, что вам понадобится, может быть, у вас нет этого дома, это мексиканская тортилья, и будет классно, если вы заныкаете одну такую дома, и тогда вы не будете голодны никогда. Все, что вам для этого понадобится, это противень и печка, желтый твердый сыр и терка, и все, что вы хотите поставить на эту пиццу. Это может быть томат, может быть лук или брынза. Для соуса вы можете использовать кетчуп, если у вас ничего другого дома нет, или томатную пасту. У меня нет томатной пасты сегодня, так что я буду использовать кетчуп, и ничего в этом страшного не будет. Ну что же, остальные пустяки — это бумага для противня или для печки. Я буду использовать еще сумак, или, как я прочитала, на русском говорят, сумах, и базиликум. Это то, что у меня есть сейчас. И все, давайте начнем. Я положила на противень бумагу, нашу тортилью. Теперь переходим к соусу. Так как я вам сказала, что сегодня у нас нет томатной пасты, я использую кетчуп и размажу это на всю тортилью нашу. За этим нам надо посыпать это сыром, который мы натерли. Теперь начнем украшать нашу пиццу тем, что мы хотим на нее положить. Я выбрала лук, томаты. Теперь натрем немножко брынзы. Болгарский сыр или... я не знаю, как это называется. Теперь наша пицца почти готова, мы только добавим базилику, немножко сумак, потому что я люблю эту приправу, хотя бы это и для мяса, но я люблю это ставить на сыр. Все, вот это наша пицца готова. Запомните одно правило, тут нет правил, это пицца не профессионалов, а профессионального лентяя, так что ложите туда что хотите и делайте это из чего хотите. Я просто хотела вам показать очень простой способ, чтобы вы могли быстро и из ничего приготовить пиццу. Теперь я ложу пиццу в печку. Я это заранее подогрела на 180 градусов. Вот и все, друзья. Наша пицца готова. Фантастический запах. Хорошего вам аппетита! Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите еще такие короткие и быстрые видео, скажите мне, что вы хотите, и поставьте палец вверх. Спасибо за просмотр, и пока!